контракта. Первое упражнение – это вытяжение. Ноги вместе, пальцы взяли в замок кольцевой и вытянули, вывернули через верх. Подняли все носки, копчик подкрутили, прогиб в спине, руки назад, опустились, поменяли пальцы. Ноги вместе, вытягиваемся, встаем на носки, прогибаемся в спине, опустились. Следующее, кобра. Руки вперед, пальцы друг на друга смотрят, ноги на подъемы, коленки подтянуты, напряжены. Вытягиваемся вперед, поднимаем руки. Укрепляем спину. Следующее упражнение – складка. Наклоняемся, прижимаемся к бедрам, чтобы здесь не было пространства. И с прямой спиной, прижатым бедрам, животом, начинаем разгибаться. Если вдруг вы разгибаетесь, и у вас образуется горб, и здесь пространство, возвращаемся назад, вытягиваемся. И опять последовательно. Следующее упражнение – стулья на закачку в йоге. Ноги на ширине плеч под 90 градусов согнули. Через стороны руки сделали раз. Тело параллельно полу, голова не вверх, не вниз, прямо. Стоим, дышим. Вниз не падает. 90 градусов. И последнее упражнение – это пух. Ложимся. Руки через стороны, поднимаем прямые ноги и закидываем назад. Ступни ставим на ладони, четко в центр. Если не получается, держим согнутыми. У кого не получается, просто закидываем. Еще и еще. Руки поднимать не надо. Здесь их мы не держим. Руки через стороны и держим там. И ноги тянем ногам. В конце прокатились по спине несколько раз, чтобы каждый позвонок прочувствовал. Вот топ-5 упражнений, которые будут держать вас в тонусе между ваших основных тренировок. Работаем!